Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова я, Карбончик, и что ж, мы продолжаем. Я продолжаю свой летсплей, мы продолжаем, на том самом месте, где остановились, да, мы сейчас пойдем мочить дракончика. Привет, чувак. Вот, с того самого места. Я понял, что мы собирались пойти в гильдию магов, надеваться некуда, придется выполнять это задание, но, судя по всему... Ты тоже норд, синий, да? Норд, блин. Нам всем конец. Да ты сдохнешь, чувак. Кстати, знаете, почему на всех стражниках такие вот маски? Просто эта игра приближена к реальности и пытается в каждом персонаже прорисовать новое лицо, чтобы не было подобных лиц, то есть одинаковых лиц не было. А так как на каждого стражника рисовать новое лицо... это будет полный пипец, короче, если каждого лицо прорисовывать. Ну, это, сами понимаете, это... И долго, и не так важно, и поэтому проще надели маску и все. И не на одно лицо вроде бы как. И удобно. Во-первых, нужно лицо же, ну, заполнять какие-то жесты, что-то там, знаете, то есть... Там, не знаю, улыбка, страх, глаза туда, глаза сюда. А надел на него маску, как, знаете, как картинку, и верстнутой башкой этой маской. Удобно просто и не придирчиво. Так, мы во все оружие. В тапках своих, тапочки. Эти нам бегут, что ли? Чекунный дом, все равно пипец, пацаны. Так, стоп. Так, Ю, ну-ка. Ну где это ночное зрение? Почему не могу его применить, не понимаю. Что за бред такой вот, а? Ну, смотрите, вот мы заходим в магия. Заходим в все, ну или там, да, во все. Вот, мужество. Цель не обращается в бег, в течение 60 секунд получает дополнительные очки здоровья и запасы сил. Это зачем нужно-то? Это, наверное, на братью не направлять, чтобы они не очковали, да? Так, лечение искры, ночное зрение, вот, улучшает ночное зрение. На 60 секунд. Это просто чисто улучшение, что ли, выходило? Выходило, что так. А чисто улучшение. И все. Походу. А так мы, наверное, всегда... То есть это, наверное, функция ночного зрения, она всегда применима. Не особо заметно, но вроде как, знаете, не темно, скажем. Вроде все неплохо видно, не жалуюсь. Так. Она будет, наверное, бежать постоянно в то место долго, наверное, посмотрим, будет ли. Да, друзья, так что мы я думаю, пропустим момент, где она там бежит к этому дракончику, и сразу перебежим к тому моменту, где мы уже добежали. Добежали. Но он явно здесь был. Какая-то наблюдательная. Да, как ты поняла это, да? Наверное, по башне. Подымаешься башня, то, что тут все нахрен горит здесь, какая наблюдательная. Какие люди глупые на самом деле, а? Им говорят, то есть идите на смерть, и мир запомнит ваше имя, люди. Да, иду. Так. Нет, назад. Он до сих пор где-то здесь. Здорово. Схватил Хроки и Тора, когда они бросились бежать. А ты еще зачковал, гаденыш. Очкуешь, падла? Сачок, вот сачок, а. О, баеньки, самое время поспать. Спальник. Это хоть мешочка, не спальник. Так, тут у нас тоже чисто. Ну уж там дракончик точно не спрятался. О, летит! Где? Где он? А, вон он. А, Мирмульнир, короче. Ай, больно. Слушай, дракон, больно. Погоди, куда? Вот сюда. Нехороший дракон. Где дракон? Показать мне его, я ему сейчас сижу, весь хвост отдеру. Нет, далеко. Далеко. Вон он. Черт. В него очень сложно будет со стрелы попасть и лук, я вам уверяю. Я пытался попадать в него стрелы лука. Вот он. Я, кажется, подпалил что-то. Нет, отсюда я просто не достану. Вообще самое время стрелять из него из лука, конечно, если есть лук. Так, похоже.
похоже, ему мой огонь не наносит урона, потому что он сам любит огонек, любит погорячее. Черт, так и знал, что так будет. Да не ной ты, Лена. Да не ной ты. Ой, чертов кошак, а. Давай, лечи себе. Ну-ка, у тебя нет шансов. Ага, у вас. У дракона-то нет шансов. Черт, какого черта, какого черта? Какого черта, блин? Лечение. Пламя. Нет, давайте искры возьмем. Вот. Наносит урон. Так, где? Вот здесь. Лечи себя, лечи. Давай. Тащи. Все, пойдет, хватит. Пошел, пойду вниз бегаю. Это спустился, оказывается. Все, конечно, дофига народ перемочит, однозначно. Ну что, очкуешь, ну-ка, иди на бой. Сачок еще один нашелся. Склонись, первый дракон. Конечно, он перед тобой склонится, ага. Огребай. Ай. Прячься от него. Что-то так темно стало. В глазах аж помутнело. Он что-то говорит, надо же, болтливый дракончик. Он с тобой побазарить хочет по-пацански. О! Черт, лечение. Лечение, дурак! Ой! Черт, где лечение? Какого черта ты себя не лечишь, дурак? И все, что ли, ё-моё. Это плохо кончится. Ага. Это плохо кончится. Сохранимся. Да. Это была самая лучшая идея за весь день. Давай, кто круче, тащи. Ой, он круче оказался, блин. Загрузочка вовремя сохранился. Ага, у него нет ни шанса. Тащи дракошу. Где? Тут нет дракона, не гони. Все, сейчас мы его заберем, его душу. Давай, гони, давай сюда. Ё, сколько у него дерьма. Тут сколько народ сошел, гаденыш? О, возьмем. Шлем Вайтран, да? Ну, как раз тот самый шлем, по которому я говорил. Аметист, драконья кость, берем. Тяжело они, кстати, зараза. Так, и меховые сапожки. Вы можете складировать себе вот эти вот кожу или продавать ее просто чисто. Я ее чисто продавал. Можете складировать для чего? Чтобы потом создать из нее что-то хорошее. Самая мощная броня, конечно, ядрическая, вот. Но драконью броню очень неплохо можно зачаровывать, насколько я знаю. Я прям, ой, его писюн. Ок. Так, магия. Все. Да магия, ё-моё. Все. Божественная сила. Так, за что крикнуть, да? Сейчас мы понтанемся. Сейчас надо будет тут говорить, кто-нибудь будет. Ты Довакин! Мои яйца, Довакин. Ну-ка, что он скажет? Просто не могу поверить. Ты Довакин. Нет. В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме еще обитали драконы, драконорожденные убивали их и крали их силу. Ага. Это и произошло, не так ли? Тебе удалось поглотить силу дракона? Угу. Есть только один способ проверить. Попробуй крикнуть. Сказали, Fuck you! Рожден, нихера не работает. Попробуй крикнуть. Пусс! Доволен? Ведь точно. Мне дед рассказывал про Довакинов. Это те, кто рождается с кровью драконов. Ух ты! Тыщ! Я победил. Сложный противник. Глянь, какой сложный. Сложный противник, ага. Не лайкомши ты. Непрост, зараза, непрост. Он меня игнорит, ой, непрост. За целую вечность. Честно говоря, это скучно слушать.
самом деле с них мы ничего не получим. Этому дракону показали, чего стоит Вайтран, верно? Да, чего я стою. Вы херен делали. Вы сачки, особенно ты сачок. Так, дракончика мы завалили. Теперь мы пойдем в... Так, что это за задание, вообще не пойму, крутится здесь. Вернуться к ярлу Балгруфу. Не хочу. Вот, найти. То убираем, вот, найти владельца. Как бы владельца нигде нет, да? Теперь я вам открою небольшой секретик, да? Небольшой секретик. Мы же любим небольшие секретики. Итак, нет, задание. Вот сюда. Вот. Найти владельца золотого когтя. То есть тем, которым мы открывали дверь, он нам второй раз уже не нужен, поэтому можно кому-нибудь отдать. Значит, делать это вот так. Нажимаем карта, ага, вот так, точно сюда. Вот, Ривервуд. Совершить перемещение в Ривервуд. Конечно, совершить. Магическая скала иллюзии управляет сознанием врага и позволяет применять такое заклинание, как страх, ля-ля, и еще ля-ля. Вот. Значит, зашли. Вот мы в Ривервуде. Идем сюда. Так, здесь, наверное, все спят, зараза. А, нет, тут еще никто не спит. Или спят. Сейчас посмотрим, магазин работает или нет. Ну что ж, вот мы зашли в комнатку к этому дурачку. Значит, подходим к нему и говорим так. У вас что случилось? А он говорит, да, такая жопа, меня тут куча обокрали, пропал коготь золотой. Потом нажимаем, какой коготь, чувачок, ты чё, вот это что ли? Он такой, о, да, у тебя, спасибо, чувак, вообще ты мне помог, реально. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Вот. Короче, даем коготь, получаем золото 400, золото, коготь удален. Коготь нам больше не нужен, я говорю, он пользуется только один раз, и мы все. То нужно нахер. Тетка пошла спать, значит, да? Значит, мы сохраняемся. И ждем, пока она уйдет. Да, вот так она уходит, значит, садимся. Нет, стоп. Вот так. Сели. Нажимаем F5. И делаем вот так. Ням. Сука. Так, кража сундука. Нет, тоже не нужно. Так, идем сюда. Не за что. Позаботился об этих ворах. Ривервудский торговец снова стал таким же, как был. Вот воры, гады, правда, вообще, вот такие херетних. Можно, значит, сделать еще интереснее, смотрите. Только что мы вернули ему коготь, да? Так, отберем. Оп. Теперь смотрите со глупости. Ага. Да, так, берем, мы заходим вот сюда, разное. Так, сейчас найду его. Обычный череп. Ну, череп продадим, мешает. Так, где уж это? Во, я не знаю, не пойму, где эта штука. Маленький, так, обычный камень душ. Ворованные вещи, хер продаж. К сожалению. Ворованные вещи можно продать только некоторым людям. Или прокачивая линейку, ну, полоску вора, можно продавать ворованные вещи. А пока что нельзя продавать, к сожалению, ворованные вещи. Если у вас там будет дофига забитого места ворованных вещей, советую вам эти вещи там складировать или быстрее продавать. По-моему, есть как раз таки в гильдии магов там один человек, которому можно продавать ворованные вещи тоже после какого-то квеста. Там все сквозно с квестами. Пока что я сам чисто просто не помню, пока что я вам советую все-таки складировать эти вещи. Складируй, потому что другого выхода у вас не найдется. Вот, лучше воровать деньги. Деньги можно всегда потратить. И купить на них тоже что-нибудь можно. Так, клан драконьей кости. Он очень много весит, на самом деле. Он 15, 10. И я пока не хочу из них ничего создавать. Мне, на самом деле, не особо нужны. И они стоят неплохую цену. Видите, сразу красноречие качается. Оп. Оп. И все, чувака, просто денег нету, да? Ну и потом сливаем его все, что там осталось. Всякие по мелочам. Крохотный камень душ. Мне просто пока что это не нужно. Я не собираюсь ничего себе пока зачаровывать. Ага, буду еще ему на халяву все отдавать. Не заслужил, падла. Не ухукай мне тут. Пойдем наверх. Наверх. Садимся. Ай, стой. Сядь. Пока этот не пришел. Вас не видит. Отлично. Открыли. Вот. Так. Деревянный меч. Урон 2. Нахера так кому-то нужна? Идиотизм полнейший, а. Вас не видит. Вас заметили, кто заметил. Да как слендер появился, падает. Как существо. Иди нахер отсюда. Давай, чувак, уходи отсюда. В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Да нищий, пидор. Можно, кстати, поспать 24 часа, у него опять деньги появятся. Да, иди отсюда. Правильно. Я сейчас твою жену трахну, ты иди отсюда. Вот, так, сейчас откроем сундук.
Представляю, как это будет выглядеть, как какой-то котенок там человека. Ну да, это будет очень глупо. Так, зо... Чё ж, чё, факел, одежда, 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 одежда. Какая-то тупая одежда. Камила Валерия, сейчас. Как это выглядит? Так. Так, 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 так. Ну, скажем так, поглумиться мы поглумились, да? Ага, берем. Посмотрите, кто опять же он, пидор, пришел, сука, приперся. Ты ну так не дашь, блин, ты знаешь. Иди отсюда. Все, давай, иди, 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 мешаешь, иди отсюда. Иди, 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 давай, иди, что ли? Сейчас я тебя шарахну током, отвечаю. Будем рады помочь тебе. Ага, особенно Камила мне поможет. Иди отсюда, все, давай, 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 давай. Топай. Я тоже иду, я тоже иду. Видишь? Да, 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 все правильно. Молодец. А, ну и хер с этими деньгами, ну в жопу, блин. Дурак за мной ходит. Ладно, выходим. Открыть. Вермина Эдрическая, владелец снов, ночных кошмаров и дурных предзнамений. Что-то как картинка была, по-моему, в этом, в гильдии, по-моему. В гильдии, нет, не гильдия, а в темном братстве, да. Там, по-моему, что-то такое было. Вот здесь вы можете что-нибудь посоздавать, себе какое-нибудь оружие, но здесь нету, знаете, это вот как что, той штуки, я не помню, как она называется, какая-то, короче, чан такой, он есть только вот в некоторых местах, там в него ложишь каменную руду, которая туда был, и из нее получаются слитки. Потом из слитков можно сделать какое-нибудь себе оружие, там еще что-нибудь, там уже много факторов, что из чего можно сделать. Так, 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 что нам еще сегодня сделать? Вернуться к Ярлу, да? И разное, что это такое? Присоединиться к братьям Бурит потом, это я сейчас не хочу делать. Вернуться к Ярлу Балграфу, да? Ну давай. Опробовать крик, это мы уже сделали. Ярл Балграф, блин. Так, просто ставим вот сюда значок. Так, куда, куда нам вернуться надо? Карта. Карта, 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 карта. Вот сюда, да? Ой-ой-ой, не хочу туда идти. Вайтран. Балгруф. Ну, давай ты поешь здесь Вайтран, что ли. Ну, создадим задание уж. Потом. Но если он не припрет мне новое задание давать, ну, я его проигнорирую. В этот раз и пойду в гильдию магов. Все-таки хочу что-нибудь там поучиться, получить, повыполнить какие-нибудь задания классные. Опа. Вам уже говорили, сюда нельзя. Разворачивайтесь. Я помню этих ребят. Им, короче. Мы не причиняем никаких хлопот. Мы только хотим найти ее. Че такое? Дракон! Фу, замочу его. Там дракон! Там дракоша! Там дракон. Ну-ка, открой дверь. Где дракон? Чисто. Чисто. Блин. Я прошляпил дракона. Черт, и дракоша не пропал. Где дракон, блин? Блин. С миром. Тебе удалось убить дракона? Нет, тебе показалось. Ну, блин, дракончика нет больше. Ой, я сейчас упаду, да? Ай, да, не падай. Болтали, что ты... Теперь тут крутой, кстати. Чтобы обчистить чей-нибудь карман, подкрадитесь к жертве и нажмите кнопку, чтобы появилась подсказка. Осмотреть карман, короче, сделать вот так. А, вот. Эй, ты, мы кое-кого... Женщину. Она наверняка... По-моему, я так ее и не нашел. Так что ищи нас в Рори, кстати, если что-нибудь выяснишь. Хорошо, поищу. Так. Удалось ли что-то выяснить о нашей цели? Держи руки при себе. Да вот они, ты чё, чувак, не ссы. Кстати, вот это тот самый чан, про который я вам говорил, в котором изготавливать из каменной руды. Вот, это купить? Плавильная, да. Да ну, какая-то плоская. Так. Чё, чуваки? Здорово, брат. Классная у тебя шапка, такую же хочу. Я ничего не делал. Ничего не делал. Да что-то видно тебе, что ни хера ничего не делаешь. Вот во всех этих домах каждого будет какие-то свои задания, каждый что-то торгует, что-то продает. Сейчас почему-то, кстати, тут нет. Наверное, утро сейчас. Сколько сейчас время? Так, сколько сейчас у нас время? 7. Ну да, они с 8 начинают работать. У нас тут все как супермаркеты или гипермаркеты. Привет,
Привет. Какая жалость. Да, я говорю, тут у каждого второго персонажа есть задание, так что, ну, это все потом. Где-нибудь уже под конец игры, потому что если каждый сейчас брать задание, это просто будет... Знаете, какие задания обычно дают персонажи? Принеси, подай, убей. Что там еще может быть мега крутого? Убей даже еще порой поинтереснее, а вот принеси, подай. Бывает тухло. В гильдиях самое интересное обычное задание, поверьте мне. Что я-то знаю. Так. Что произошло у башни? Там был дракон? Да. Я знал, что могу рассчитывать на... Возможно, так его называется. Давакин. Драконорожденный? Давакин? Что ты знаешь о драконорожденном? Значит, это правда. Седобородые действительно призывали тебя. Ага. Мастера пути голоса. Они живут в уединении. Говорят, что драконорожденные обладают великим... Это я знаю. Воистину, Давакин. Они смогут научить тебя использовать твой дар. Я тоже знаю. Слышал призыв. Что еще это могло означать? Седобороды. Седобороды, я знаю таких. Ты прикольные чуваки такие. Грохот по дороге Байтра. Это был голос Седоборода, что призывал тебя на высоких ротах. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Несколько веков. Призыв получил Савакин, по праву Ярла, я нарекаю тебя Таном Байтра. Я назначаю Лидию твоим личным кускарлом, а это оружие из моей оружейной будет символом. Я также... Мы рады видеть тебя среди танов нашего города. Спасибо. Ко мне дали помощника. Хранят тебя боги в битве. Все, задания здесь, короче, пока не будет. Круто. Лидия. Ярл назначил меня твоим хускарлом. Для меня честь служить тебе. Боже, давать мне. Так, следуй за мной, нужна твоя помощь. Все. Идем. Будет выполнять мои приказы. Короче, теперь это мой тип подчиненный, как бы, и будет бегать везде за мной повсюду. Буду отдавать ему всякие там, ну, пускай, она, видно же по ней. Вообще, лучше сразу обратить внимание на то, какое у нее оружие изначально. Смотрите, у нее, значит, щит, да? Значит, это она любит оружие, ну, как то, что любит, одноручное, короче, проще говоря. Так, ага, меч, понятно. Вот, значит, ей лучше давать как раз-таки одноручное оружие, а щиты, а не двуручные, так как у персонажей, то есть у неписи, тоже есть скиллы, свои скиллы. И, скажем так, у нее меч, одноручное оружие, меч качан лучше, чем двуручное. Вот так вот. Это не чушь, поверьте, это на самом деле так и есть. То, что у них тоже есть свои, знаете, то есть предрасположенность к... Одноручному оружию, она будет сражаться гораздо лучше, чем двуручным, поэтому вот так вот. Или, да, сейчас ей лук, она положит его в карман. Да, и не будет им использоваться, ну, редко, по крайней мере. Вот, лук она положит в карман. Хотя, знаете, это как еще складильный, то есть у вас, скажем, забилось место, да, то есть вам там нечего носить. Берем так, перекладываем ей в карман, пускай таскает. Удобно. Так вот. Еще можно носить с собой. Вообще, я вам сейчас покажу, где еще можно взять, если вы, скажем, не сразу не выполняли задание прямоходно, тем более у нее бронька так себе, да. Вот, ну как так, так норм, но... Вот, открываем гортущая кобыла, заходим сюда. Вот, заходим. Ага, вошли, да? Ну давай, вошли. Вот, заходим, да? Идем вот сюда, так, не сюда, не сюда, вот. Идем, вот, к этой подходим. Привет. Хочешь сразиться со мной на мечах? Сможешь побить меня? А почему? Ставлю 100 золотых, что я с тебя шкурю. Вот, начнем. Не оружие, не маятник, но кровь. Ага, окей. Бьемся. Не стоило сюда приходить. Фишка в том, что у котейки она царапается когтями, она мощнее. Видите, победа была очень даже простой. Очень даже выгодна в таких случаях. Просто нажимаем Е. Блин, теперь $1 должен, ё-моё. Чёрт! Чёрт! Вот, все просто, сейчас что-то перезагрузил, потому что я что-то стырил. Сейчас фишка в том, что с меня возьмут $1, и все краденые вещи, которые у меня есть, все до одной, то, что я скрал, все у меня заберется. Нахрен мне такое удовольствие. Вот это я понимаю, удар. Кошачий. А ты не врешь. Если тебе понадобится спутница с добрым клинком в руках, вот. Теперь можно ее брать с собой. Вот, нажимаем. Не смотрите, какая у нее латы, железная лата, она гораздо... Так, похоже, так, следуй за мной. Похоже, с тобой уже кто-то есть. Где она? Литка-то где? Вот она. Я знаю. Я так. Я все еще здесь. Пора нам расстаться. Хочу меняться твоими вещами, что я делал. Вот. Жди, здесь нет. Пора нам расстаться. Вот. Если вдруг понадоблюсь,
Я буду дома. Дома у нас нет, поэтому она, скорее всего, будет в этом... где Ярл, короче, там, где ее встретил, там она, скорее всего, будет. Берем вот это с собой. Тогда не будем терять времени. Вот, теперь она будет служить мне. У нее более хорошая бронька. Вот, меч. Двуручный, заметьте, меч. Вот. Она, у нее качан лучше с... как раз двуручное оружие. Больше ее расположенность к этому. Вот. Не знаю, что двуручный меч лучше одноручного. Лидия будет лучше... да, Лидия будет лучше защищаться. Это будет лучше сражаться. Знаете, есть еще парочка помощников, которые, грубо говоря, бессмертны. Вот, по-моему, в гильдии... не в гильдии, а как раз-таки в... этих вот... как же их называть, черт возьми, я уже забыл. А вещь называют вот этих вот... Темное братство, вот, как их называть. И там, короче, есть шут, который как раз-таки и бессмертен. Берёте его с собой, и он херачит всех, вообще не умирает, короче. Сейчас посмотрим, что будет, если я дам ей в щи. Сохранимся. Сохранено. Блин. А ты чё? Эй, дура, ты чё творишь? Нифига. Помощница хренова, блин. Проверил на. Бывает такое, ваш, когда, скажем, если вы, например, берете там... не только металлические. Вот, если там берете своего какого-то помощника, да, и этот помощник, скажем, там, Норд, да, Норд, и, скажем, относится к братьям Бури, берете одного помощника из братьев Бури и начинает сражаться с братьями Бури. Этот ваш помощник обратится против вас, потому что, ну, как бы, вы бьете его сородичей. Это что это намекнуло, блин? Мочи ее, бей, бей ее, ладно, забей. Вот. Ну что ж, думаю, на этом все. В следующем летсплее я собираюсь отправиться в гильдию магов. Там я собираюсь выучить что-нибудь магическое, блатное. Вот. Вообще красота, правда? Просто жесть. Вот, выучить блатное, мощное и все такое, друзья. Короче, подписывайтесь. Не забывайте подписываться, да, это очень важно. Ставьте лайки. В общем, встретимся в следующем летсплее, друзья. Пока.